За последние сутки во Владимирской области выявлено 334 случая заражения коронавирусом. Это на 19 меньше, чем накануне. Госпитализировано 45, на 1 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 144 872. В лидерах по приросту Владимир 85 заболевших за сутки, Муром на втором месте 52, на третьем Ковров, где выявлено 48 заболевших. Летальных исходов 4. На 1 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3303. Число выздоровевших 1835. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 112 412.